Улов почти на 12 миллионов тенге. Рекордный объем. Свыше 1,5 тонн нелегальной рыбы изъяли в Туркестанской области. Семеро браконьеров ловили рыбу в Шардаринском и Коксарайском водохранилищах больше 2 лет. Работали в ночное время. Незаконный улов злоумышленники сбывали на рынках в Шымкенте. В результате оперативно-розыскных мероприятий управлением криминальной полиции Туркестанской области совместно с подразделением СОБР задержана группа браконьеров, состоящая из 7 человек, жителей Туркестанской области, один из которых ранее судимый. Группа была укомплектована всем необходимым для ловли рыбы, в том числе лодками, костюмами и электроудочками. Браконьеры вылавливали карпов, судаков, белого амура и сомов. Доказана причастность задержанных к 3 фактам незаконной добычи рыбы. У браконьеров изъяты лодки, удочки, рыболовные костюмы, радиостанции и сети. 3 подозреваемых арестованы. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствием проводится досудебное расследование по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Выясняются обстоятельства произошедшего.